На роботу за кордон тільки через ліцензованих посередників. Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Ви чувствуєте, як наша президентка любить Україну? Приїхали смотреть на Оленя, а для Олени. Каков он, настоящий литовский мужчина? Ну вот, посмотрите на меня. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі. Ми у Литві. Лабас, Лієтува. Доброго дня, Литва! Что вы знаете про Украину и что хотели бы пожелать украинцам? Ну, что пожелать? Всего хорошего. Мы с вами. Силы, вот, чтобы было все хорошо. Теперь думаем только о войне. И ничего больше. И страшно. Как смотрим телевидение, очень боимся, что у нас так не было бы. Peaceful life, you know. Миру та повернути свої землі. Ситуація дійсно складна. Можу уявити, яке важке у вас зараз життя. Бажаю не панікувати та бути сильними. Знаю, що Україна – велика країна. Бажаю українцям досягти того, чого прагнуть. Українці – сильна нація. Вам треба бути сміливими і триматися разом. Україна має бути вільною від Росії, бути сильнішими, бути спокійнішими і не здаватися. Олени там далеко. Я хотела, чтобы они пришли сюда, но они бегают вокруг, их не хочет подойти к нам. Кто-то спрятается. Да, бегали. Здесь просторы очень большие. Сколько у вас здесь земли? Здесь есть где-то 20 гектаров. Насколько прихотливые олени? Чем вы их кормите? Да, мы сами там выращиваем зерно. Сколько у вас оленей? Всего 3 загона и всего есть 150 оленей. Вы довольны этим бизнесом или для вас это даже не бизнес, а стиль жизни? Наверное, стиль жизни. У каждой нации свои жизненные ценности. Для кого-то на первом месте работа, для кого-то родина, для кого-то семья. Что важнее всего для литовца? Конечно, важнее всего семья, в первую очередь. Вот расскажите нам о своей семье. По отцовской линии прабабушка просто в деревне жила, растила 5 детей. А отец
развелись они, вот первые были, и он в городе работал. И сколько детей было в вашей семье? На моей семье было 10 детей. Я самая старшая. Что вам запомнилось из детства? Какие традиции семейные, какие праздники, возможно? Праздники, так это запомнились, как было на Рождество, как у нас приходит, как Дед Мороз. Тогда не было этого Деда Мороза, так моя прабабушка переодевалась, и эти шубы другой сторону выворачивали. И вот с этими шубами приходили. Мы ждали, мы знали, что бабушка уйдет уже и придет она. Но все равно всегда ждали очень-очень. Подарки, подарки, конечно, там подарки были, и конфеты, и мандарины, если тогда как что-то получали. Очень тогда вот такое вспоминали. Конечно, всегда дети вспоминали, как с отцом наряжали елку. У нас не было так. Мой отец, он как-то был против, что елку резать, да? И он ветку ставил большую в углу, вот, ставил в эту ветку, и там мы красим эту ветку. Так вот, мне вспоминается, что вот надо охранять дерево, пусть растет, а эту ветку можно. А вот расскажите, поделитесь самым своим ярким впечатлением из детства. Когда Рому увидел первый раз. Ты уже не детство? Ну, почти это. Мне было 15 лет, но это еще и детство, да? Ну да. Сейчас вы все живете вместе? Да, все вместе. Родители, ну скажем, мамы, потому что уже отца ни у него, ни у меня нету. А мамы есть, вот мамы у нас теперь тоже вот в доме живут с нами. Мы и вот наши дети с нами. И внуки. Все вместе, в одном доме. И пока не ссоримся. Если вы едете в Литву, это страна различных развлечений, эмоций и, естественно, вкусной тоже еды и такого напитка, как пиво. Рекомендую туристам не злоупотреблять. Если злоупотреблять, то понимать особенности своего здоровья, потому что в полисе медицинского страхования всегда есть исключение доли алкоголя. И страховая компания в таком случае может отказать, потому что если доктор посчитает необходимым, обязательно возьмет анализ на алкоголь, и в данном случае, если будет превышение нормы, которая есть описана в полисе, здесь могут оказать в оказании услуги, вам придется оплатить самостоятельно. Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі. Литовці чаю із пакетів не п'ють, п'ють лише трав'яний. Каву вони роблять із солодів, а у воду додають зерна тмину або огірків. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про пиво, напій, який вважається у Литві національним. Как в Литве пьют пиво? Сейчас вы это увидите. Делай раз, делай два, делай три. Вот так. Мой муж пивовар, и он часто любит говорить, что шампанское – это дешевая копия пива. И в Литве пиво пили уже очень давно. Даже было, что пиво подносили богам. Что главное в производстве пива? В производстве пива, наверное, самое главное – это хороший солод, хорошая вода, потом хмель. Должен быть. По какой рецептуре вы делаете пиво? У вас оно какое-то особенное или обычное, как у всех? Нет, особенное. Вот это здесь солод. Это есть 5 сортов.
И как это, какими пропорциями положишь пиво, так и получится пиво. Ну, каждый раз другое. Пиво – это только напиток для вас? Или вы из пива делаете еще что-то? Например, когда мы выезжаем на ярмарки, мы там торгуем своим пивом. И когда бывает холодно, я варю суп из капусты, там пиво очень хорошее получается. Потом мы пиво вложим в тесто для блинов. Потом можно эту рыбу в тесто, где положат пиво, там и жарить рыбу. Потом женщины любят голову мыть. Это из пива перемыть будет. Потом, ой, много что. О, это живое, хорошее, красивое пиво литовское. Ой, какой вкусный, пахучий, какой пахнет, надо купить. О! Это капуста с мясом. Так 100 лет назад мы все кушаем, есть здесь вилка, нож и ложка. Все, вот, и так, и ложка, и нож, и вилка, все так будем играть, все. Дальше на столе керамика только и лен. Я хочу показать, мой костюм тоже сделали из ленный материал. И вот этот костюм только из 6 квадратов сделан, очень просто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, этот очень большой. Показать? Покажите. Очень большой. Вы будете снимать юбку? Да, я буду снимать. Это важно, что это на все игра на этой гвоздикой. Как на гвоздикой? Пуговицы. Пуговицы. Когда бабушка толстеет, пуговицы. Да, она опять аккуратная, обратно этой пуговицы. И сколько метров имеет ваша юбка? А это, я думаю, она до сюда большая. Есть такая традиция, когда ты кушаешь впервые, пробуешь или кушаешь в первый раз в этом году, давайте свою ложку. Да, у нас есть такая традиция. Свежий на голове. Ну не так больно. Свежий на голове. А теперь ложка надо для картофеля. Это картофель. Когда вы вот почистите картофель, ее впервые кладете в канапе. Вот так. Ага. Да, картофель в канапе. Да. Тогда с другой стороны вы берете кастинис. Это помогает, этот пальцо помогает, чтобы это не упало. Ага. Да. И мы теперь можем говорить, а это держится. Вы кушаете это и тоже вместе суп. Этот суп. Да. Ага. А суп из чего сделан? Этот суп только в нашем регионе делается. Раньше семьи были очень большие, много детей. А женщина, вот люди, которые жили в деревне, они не были богатыми. То что они? Еврей приносил селедку, там, пеперец и все другое в деревню. Женщина покупила одну селедку, она с головы сделала этот суп. Бейс. До. И нос.
Мы всех приглашаем из Украины приехать в Литву. Наша Литва, она небольшая. У нас только 3 миллиона, но мы вас ждем. И мы с открытым сердцем. У нас люди очень гостеприимные. Да, мы имеем 5 национальных парков, мы имеем море, мы имеем у нас есть очень много традиций, которых вы должны увидеть, почувствовать и сусипожинти, познакомиться. Не в Литве, а в Жамайтии. И у нас очень различается между регионами. Но это мы станцевали типических наших мест танец. Вот люди в вашем регионе чем-то отличаются от других литовцев? Чем именно? От литовцев это не очень, а так не отличается. Просто говорим немножко по-другому. Литовцы вас понимают? Не все. Noriu perduoti linkėjimus Ukrainos liaudžiai, visiems gyventojams, sėkmės jums, laimės, lauksam Europos Sąjungai. Надеюсь, вы что-то хорошее сказали. Переводите, пожалуйста. Будь ласка. Не, просто я сказал, что передаю привет украинцам и будем ждать вас в Европе. Укрфінстрах. Якісна медична допомога в подорожі. На роботу за кордон тільки через ліцензованих посередників. Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.